Привет всем, кому интересен ремонт. Сегодня у нас Ford Transit 2010 года с двигателем 2.2 DSI. И менять мы будем стартер. Видео будет очень короткое, но причины снять это видео у меня, поверьте, есть. О них вы узнаете в конце видео. Ну и в первую очередь для того, чтобы заменить этот самый стартер, сначала надо найти, где же он у нас стоит. Часто бывает, стартера стоят в такой жопе, что легче машину спалить. То есть по 10-бальной шкале жопности он десятку занимал бы сразу. Где в этой машине стартер, мы сейчас с вами найдем. Как мы будем искать, используя нашу новую диагностику, как и в прошлом или позапрошлом, или в недавнем видео. Аккуратненько, вещь деликатная. Вот наша диагностика. Но, если мы помним, в предыдущем видео по этой диагностике мы с вами искали утечку воды. А сейчас нам надо искать стартер, а это не одно и то же. Поэтому сначала рамку надо откалибровать. Как мы это делаем? Аккумулятор. И чтобы у нас все получилось, мы берем и замыкаем сначала отрицательный, а потом положительный. Вообще при демонтаже монтажа аккумулятора всегда начинается с отрицательной клеммы. Так поступим и мы. Отрицательно и положительно. И вот таким образом рамки калибруются. Для некоторых работ это надо делать дольше, для некоторых меньше. Вот, я прям чувствую, энергия пошла. Отлично. Ну, оно в опытных руках чувствуется. Ищем стартер. Почему рамки будут искать именно стартер, а не что-то другое электрическое? Очень просто. Рамки лучше нас знают, что нам надо делать. Итак, поехали. Оп. Оп. Так, хорошо. А дальше? Дальше. Нет. Ага. Во, как зашевелились. А, ну вот стартер. Вот. Спасибо, рамочки. А стартер у нас находится. Опача! Вот он. Вот так мы с помощью рамок его нашли. Кстати, если вы решили заняться поиском с помощью рамок каких-то вещей, которые у нас предназначены на 220, 380, 1500, 6000 вольт, их калибровать так не надо. То есть, ну, не надо залазить на высоковольтный столб и подзаряжаться, потому что это может их наоборот даже повредить. А рамки — вещь ценная. Вот. Аккумулятор 12 вольт, максимум 24. Раз болтик. И два болтика с обратной стороны сверху. Думаю, что-то грустно, музыку не включил. И с обратной стороны откручиваем силовые кабели. Хотите, вас удивлю? Как вам такой лобковый фонарик? Попробуем, как это дело работает. И управляющий кабель. Так, надо выключить. Ага, вот так. Вот так у нас стартер выглядит. Теперь надо поставить новый. Новый стартер у нас. Выглядит очень похожим образом. Он. 100% он. Ставим назад.
Не забываем массу. Ну что, самое время подключить аккумулятор и попробовать, как заводится. Заводится ли вообще. Ну что, заведемся или не заведемся? Завелись! Это ключик, он горел и раньше. Команды распознать, что это такое, у меня не было. Ну и ваш любимый рейтинг жопности из-за этого видео снимается. А именно, потому что Ford Transit 2010 года с двигателем 2.2 DSI замена стартера у нас получает победный 1 балл. То есть это реально одно удовольствие, у меня здесь стартер. 10 минут, стартер помененный. Кстати, не так давно у меня был тоже транзит, но старше. Там года где-то, наверное, 95-й был. Я менял на нем главный цилиндр. Нет, не главный, главный тормозной. Вот, то же самое. Я когда поменял цилиндр, я просто пустил скупую мужскую слезу. Это было, я не знаю, 10-15 минут. Потом еще 5 минут прокачали и все. Вообще класс. Ну а на этом все. Всем удачи, всем пока.